Цифровизацию земель Дагестана проведут с помощью беспилотников компании «Геоскан». Об этом заявили в Доме правительства на совещании под руководством премьер-министра республики Артема Сдунова. Трехмерные модели, автоматически создаваемые по результатам съемки, также помогут оценить состояние объектов, их соответствие договорам и нормативам. Достоверные данные позволят безошибочно рассчитывать стоимость аренды и выкупной цены. Также можно выявлять расхождение границ фактического использования земельных участков с данными государственного кадастра недвижимости. Это позволит предотвратить недоплату годовых арендных платежей на сумму в десятки миллионов рублей, отметили участники встречи.